Здравствуйте, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы и все те, кому не безразличен проект двигателя Дойнова. Сегодня я расскажу вам про акцию «Приведи друга». Напоминаю, что в Москве 16 февраля состоится первая международная конференция проекта. Подробнее про конференцию вы сможете узнать, перейдя по ссылкам в описании. Приведите с собой на конференцию друга, не зарегистрированного в проекте, мы зарегистрируем его перед конференцией и подарим вам на двоих 500 инвестиционных долей. Это отличный старт для вашего друга и приятный бонус для вас. Если вы приведете 10 друзей, вы получите 2500 долей, так как подарочные доли суммируются. При регистрации друга вам обоим выдадут подтверждающий купон, разделенный на две части. И следует учитывать еще один важный момент. Ваш друг должен пройти верификацию в личном кабинете проекта в течение 14 дней после регистрации. В противном случае подарочные доли будут аннулированы у обоих сторон. Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры и инвесторы. На территории Savelmash начался переезд. И в этом видео мы покажем вам часть работ, которые были нами выполнены для организации этой несложной на первый взгляд задачи. Теперь у нас появился полноценный рабочий участок, на территории которого сотрудников компании ничто не будет отвлекать от выполнения их прямых задач. Это помещение является для нас новым, и перед тем, как его занять, был выполнен необходимый ремонт и подготовка, обеспечивающие возможность выполнять поставленные задачи. На сегодняшний день рабочий участок почти полностью оснащен нужной техникой. В наших последующих видео мы покажем вам конечный результат. Но это еще не все. Мы также переоснащаем уже всем известные помещения, которые не раз вы могли видеть в видеороликах, выходящих на официальном канале в конструкторский отдел. Все это поможет еще больше оптимизировать рабочие процессы и еще ближе подойти к реализации поставленных целей. Как всегда, работа кипит, и ее очень много. Команда работает строго на результат. Каждый новый день приносит нам еще больше достижений, как крупных и громких, которые очень выгодно и интересно смотрятся на видео, так и на первый взгляд малозначимых достижений, связанных с рутинной деятельностью. Но уверяю вас, для нас не существует понятия «малозначимая» или «неважная работа». Любой труд очень важен для реализации проекта, даже если он и не заметен. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и вступайте в наши социальные сети. Так от вас точно не ускользнет интересная новость, которая без преувеличения может изменить ваш завтрашний день уже сегодня. С вами был Александр Сударев, удачи вам и до новых встреч!